что случилось? Я не знаю, у вас что случилось? Ничего не случилось. Чего вы гоняетесь? Кто гоняется? Кто вам давал гоняться по городу? Кто гоняется? Вы гоняетесь. За кем? За нами. Я не гоняюсь. А что вы делаете? Домой. Вот езжайте домой, давай. Давай домой все. Здравствуйте. Здравствуйте, инспектор. Почему что вы убегали? А? От кого вы убегали? А от кого? От нас. Я вас останавливаю. Почему вы убегали? А, это вы за мной гонялись на БМВ? На красный свет еще поехал. А вы за мной на БМВ гонялись? Я лично вот по пути приехал вот этот джипом, который... Не, я понял, а вы на БМВ за мной который гонялись? Который меня подобрал. А БМВ, не знаю, кто тебя погнался. А вот же БМВ я стоит. Я за тобой приехал. А вот же БМВ стоит. Почему вот так делаешь, а? Подождите, вот же БМВ стоит. Выйди, пожалуйста. Не трогай. Сюда выйди, пожалуйста. Не надо, я посижу в машине. Сюда выйди, пожалуйста. Вы что делаете? Успокойтесь, да, успокойтесь. Я с тобой сейчас до конца. До конца разберемся. Вы домой вообще ехали? Я за ней еду. Вы же домой ехали? Домой ехал. А что не останавливаешься? Вы же домой ехали. А кто, вас гнали вас что ли? Вас останавливали? Я останавливаю его. А что? Вы меня остановили что ли? Я тебя остановил. Кружевой московский. А, вы меня остановили сейчас, кстати? А ну если остановили, тогда я не понял. А, сейчас остановили? А, остановили меня. Ну хорошо, да, остановили меня. Дорожан. Герчима, в Алтышкадан Кагерлеч, Барима. В Алтышкадан Юг Кагерлеч. Может, ты знаешь, это кто он такой вообще? Вы кто вообще? Вы наверное, уже этот самый, да? Вы должны бояться на улицу не выходить, да? А вы должны этот самый... Вы о чем вообще? Вас останавливают? Останавливайтесь. Инспектор, вы о чем вообще? Как это о чем? Да, как вы о чем говорите? Вы останавливаетесь. Не потребуй у него. И не надо этот самый. Останавливайся, инспектор. А то поехал. Еще на красный свет проехал. Про то, которое ты совершил там. Правонарушение. Да. У вас есть доказательства? Доказательства есть. О, хорошо. Судья встретил. Давайте это. Какой суде? До суда да никогда ни разу не доходил. Давайте даже приезжайте со своим судом. Сколько можно? Я лично доведу это. Да не доведете вы до суда. Я доведу. Вам этот, мозгов не хватает до суда. Как это мозгов не хватает? Часто не хватает. Мозгов не хватает. Ну как, если вы не компетенты своей службы? Ну вы не компетенты. Вы не знаете элементарных правил дорожного движения. Почему вы гоняетесь на БМВ? Почему вы за гражданам гоняетесь? Почему вы это делаете? Сколько можно вас? Почему это? Инспектор? Сколько видео? Да. Как хочу, так и разговариваю. Почему? Мое право. Да. Не вы мне ходите указывать здесь. Почему инспектор не останавливается? Я спокоен. Подожди. Почему инспектор не останавливается? Во-первых. Почему вы гоняетесь на БМВ? Во-первых, стой. Ты инспектор? Ты инспектор? Вас? Ты инспектор? Да, я младший инспектор. Да представься, даже когда стоит время зовут. Я вам представился, когда подошел. Инспектор прапорщик милиции, прапорщик милиции, я сказал. Вот смотрите. Прапорщик милиции, фамилия? Изаков, да? Да, прапорщик. Слушай, Изаков. Вот смотри, я слушаю тебя. Вот смотри, когда я останавливаю, вы должны были останавливаться, правильно? Сейчас чего хочешь? Сейчас чего хотите? Вы сейчас что хотите от меня? Вы не починили сотрудника. Я не починился. Конечно, вы на Москву. Хорошо, вы сейчас здесь что делаете? Я? Да, вы сейчас здесь, вот на этой БМВ, что делаете? Я подъехал, вот этот мне подобрал, который проехал гражданский. Давайте успокоимся, Успокойтесь, инспектор. У меня есть доверенность, хотите, я покажу доверенность на вас. Вот разговаривайте с ним. На красный проехали еще.
Еще вас останавливают, вы еще... Инспектор, давайте успокоимся. От милиционеров... Давай, инспектор, можно вас на минуточку? Давайте успокоимся сначала. Я с вами не буду разговаривать, водителям буду разговаривать. Я с вами что? Я вот защитник его. Он мой защитник, у него есть доверие, свой представитель. Все, разговаривайте с ним, я помощу. Когда материал будет, потом когда подойдет и разберется. А сейчас что будет разбираться? Сейчас вы задерживаете моего водителя, понимаете? Для чего вам документы нужны? Макс, что вам вы сказали? Макс, что я ничего не говорил. Документы, пожалуйста. Для чего, я спрашиваю? Документы, пожалуйста. Для чего, я еще раз? Протокола. Несите протокол составляющий. Да, несите протокол сюда, составляем. Я машину на стоянку буду ставить. Куда? Какую стоянку? За непочинение. За, ага, конечно. Сейчас статья, вы откройте Порошенко, пожалуйста. Вы давайте протокол несите, я вам передам документы. Я вас оформлю, этот самый. Сусед лишний. Я ваш протокол составил, машину поставили на стоянку. Вам временно выписаться? Вам временно выписаться? Не плетесь, товарищ прокурор. Я законно сделаю. Да, вы законно сделаете, да? У вас тут все заполнено, да, я смотрю? Я тебе второй. Второй, да, сделать, ага. И здесь тоже, да, заполнено все? Здесь фамилия только пишется. Что будешь мне указывать? На вы, будьте любезны, общайтесь с гражданином, общаетесь. И без нравоучений, пожалуйста. Как сможем, так и разговариваем. Не можем, вам нужны как-то. Если не можете, увольняйтесь. Так можем. Если ты меня, ты будешь работать, что ли? Я? Найдутся, кто будет работать. Ты что? Не сможешь здесь работать. Так я был там пассажирство, ты тебе отруптунся, водитель. А вы кто? Обращайтесь, представляете, как тебе обратиться, гражданину. Представляете. Какие документы передать? Что? Я выхожу, смотрите. Смотрите, я выхожу. И вот я вышел, я же не имею права, я же вышел, вот смотрите. Я вот вышел, чего? Может, нападать хочешь? Вот я вышел. Садитесь, будьте любы, я требую вас. А я отказываюсь. Я как сотрудник. Я отказываюсь. Лисы. Садитесь, вы не имеете права вот так. Ночное время суток. Я отказываю вам. Днем выходите. Принимайте меры. Садитесь. Да принимайте меры, я отказываюсь вам. Садитесь за машину. Отставить, торт, Не будем разговаривать. Все. Где написано, что только видео доказательство. Везде написано. Да. Я еще раз сказал, будет доказательство, будем разговаривать. Не будет доказательства. До свидания. Хорошо. И если вы докажете, что я был конкретно за рулем, я нарушил правила дорожного движения, я оплачу. Буду все. Не спорь с ним, пусть он сейчас потом завтра все это оплатит. Судиться будем. Да вы не будете судиться, я еще раз вам говорю. Вас не хватит мозгов прийти в суд. Не хватит. Я говорю факты, я вам гарантирую. Ну и что, какое оскорбление? Если вы некомпетентны, я вам говорю, вы некомпетентны, вы не знаете. Если вы элементарно на своей BMW гоняетесь, что вам запрещено за гражданами, нарушая при этом правила дорожного движения. А что вы... Инспекторы не починились, уехали. Еще на красный. Так это доказать надо еще. Докажете, я оплачу. Если не докажете, все. Я был за рулем, я не починился, разговора нет. Все. А я докажу, что вы гоняетесь. А где факт того, что вы его не подчинились, а? А факт того, что вы гоняетесь, это есть на зафиксировано видео. А факт того, что он не подчинился, есть у вас? Он вас не гонял сзади. Не гонял? Он приехал. Приехал? За вами приехал? Вы врете, хватит врать уже. Вам как не стыдно, погоны носите, врете. Он за вами приехал. А BMW-то что здесь делает? 0025, а? SL, а? Он здесь делает? Он приехал меня подобрать. Он вас подобрать приехал. А, так получается, вы здесь стояли? Вы здесь стояли, да, получается? Я здесь вам не подчинился. По пути мне этот... Я здесь не подчинился. Гражданин, который послушный мне подвез... Куда он вас подвез? Сюда он вас подвез? Да, сюда подвез, потому что я... А я здесь тогда как оказался? Я здесь как оказался тогда? За вами ехал, я вас потерял. Угу. Вон этот, куда... За нами ехали? На чем мы за нами ехали? Я здесь вышел, и все. Как я здесь оказался? Я за вами ехал, получается? То есть не вы за мной гнались, а я за вами гнался, так получается? Максим Викторович, да? Изначально надо остановиться. Изначально нужно не нарушать закон, закон не нарушать. А вы что нарушаете? Еще раз, лезете? Пока вы перестанете нарушать закон. Суете куда не надо и начинаете. Я сую куда не надо. Ну, а вы занимаетесь своим делом. Товарищ инспектор, вы не занимаетесь своим делом. Макс, успокойся. Товарищ инспектор, не надо. Съемками. Это вас не касается.
достал. Без научной части. Вы же любите быть звездами Ютуба, вот вас приходится снимать. Снимай, пожалуйста. Ну, а при чем тогда? А зачем вы на это берете? Да никто от вас не убегал. Никто от вас не бегал, вас никто не останавливал. Это еще доказать надо. Святейшим жезлом остановил. Все останавливаются, проверяются, уезжают. Жезлом? Хорошо, стой, Макс, не спой. Еще на красный. Покажите жезлом. Жезл, покажите, как у вас. Что? Жезл, покажите, как они восстанавливали. Сережка резал, и мне Сережка резал. А? Что я тебе должен показать? Ну, жезл, говорите, остановили. Покажите жезл, какой у вас жезл. У вас есть вообще жезл? Дорогой пассажир, давайте успокойтесь. Да это человек, чего? Который решает все мои юридические вопросы. Юридические вопросы? Да, у него есть доверенность. Да. А сейчас чего, не даете право на защиту, да, сейчас ему? Отказываете право защитить ему, да? Пожалуйста. Ну вот, а чего вы отказываетесь мне? Кто мешает? Пожалуйста, пусть обращается. Ну вот, обратился ко мне за помощью. Я вам помогаю. А почему вы отказываетесь ему без помощи? Пожалуйста, мы что, скручиваем, что ли? Он сидит сейчас. Так вы же собрались на стоянку ехать еще? Сейчас поедем. А, поедем на стоянку. Эвакуатор вызывайте сразу. Не торопись. Если сразу докажешь, что на эвакуатор забрать, ну то есть это при данном нарушении еще эвакуируется машина. Если не зачем докажешь, это. Соответственно, у нас закон, но вряд ли нам кого-то статью назовет. А потом еще говорит, что вы нас оскорбляете?